Всем привет, друзья! С вами Джокер, 2005 Королевство, Альянс Бой. Ребят, хочу выразить огромное спасибо всем моим подписчикам, кто мне объяснил, как отзывать армию из башни изгнанников и как вообще строить какие войска. В дальнейшем я буду этим пользоваться, спасибо вам большое. Также, по вашим просьбам и вообще советам, я настроил пехоты Т-9-й. Уже практически 5 миллионов. В дальнейшем, планирую 15 миллионов ее сделать. Качаю ее усиленно молитвы. Ну и все в этом роде, чтобы держать оборону. Будем бороться, будем драться. Сейчас зашел в игру. Буквально так 10-15 минут назад ребята нашли цель. Ну, я сразу же ее просборил вместе со своей командой. Сейчас вам покажу отчеты. Цель вообще не была сильной, но очень много армии все-таки у нее было. Я торопился. Графема у меня стояла сломать острие, и, короче, первый удар был не очень такой сильный, но мы все равно его легко пробили, мои проценты здесь чуть-чуть просели, бафы, даже не успел включить никакие, только на атаку 20, потому что вообще торопился, боялись, что он в сети, я его сразу же штурманул. Ну вот, смотрим, видите, урон в нападении маленький, потому что графема стояла сломать острие, но все равно этого хватило, потому что замок был слабый, зато мы смогли много очков набрать все вместе. Ребята здесь зашли. Райни вот убила 1,5 миллиона армии. Генерал. Да, вот Т-12 лучники, они вообще не нужны нам в сборе. Я постоянно прошу, но ребята все равно посылают их. Не знаю, как с этим бороться. Так. Ну вот вообще легко убили. Защищался он на воине пустоши 37 уровня. Ну, он не был готов, его только один раз кто-то укрепил. Но армии много у него, очень жирный замок был вообще. Скорее всего, после такого бросит игру. Ну, или продаст его, свой замок. Укрепление сразу же погибло. Ну, и второй ралли, там я уже переставил графему. И бафы поставил 20%, ну и вообще как бы спокойно зашли. За два удара я недельную славу собрал, что меня очень порадовало. Немножко урон при нападении поднял на 3%. Немного, но и этого нормально уже. Детали битвы. Грифоны опять убили. Да, я их посылаю в сборы, но умирают они все равно. Даже вот эти 4500 погибло, все равно это много, потому что их очень сложно построить. Вот такой вот сбор. Вообще, как сказать, легкие такие очки. Победили, просборили. По новостям, ребят, в королевстве в данный момент мир практически среди четырех альянсов у нас топовых мир. Всеми остальными как бы воюем, но так особо уже нету таких действий особо боевых. Редко что-то происходит. Никаких ссор особо в чате нет, никто больно-таки не воюет. Ждем жилу. Мне уже пишут ребята, что хотят сбор от нас принять. И просто с нами подраться. Жила будет проходить в пятницу. Я в 2005 королевстве. Наши соперники это 36-е королевство, 797-е, 1923-е. Ребят, если хотите подраться, можете мне написать. Соберемся ралли, или вы в меня, или я в вас. Или кто-нибудь с нашего королевства. Давайте попробуем повоевать, набрать больше очков. Обмен можете мне не писать, я не меняюсь, я только воюю. Но если кто-то готов принять ралли, или подраться, или меня хотят просборить, я только за. Ну, естественно, если там уж проценты, я не знаю, 350 здоровья и так далее, то, естественно, я развалюсь с вашего ралли. Но давайте попробуем повоевать, испытать вообще, мне интересно, на что способны сейчас мои пехотинцы Т-9, так как я еще не принимал ралли уже давно, никто меня не сбоит.
Ну, на этом, ребят, я с вами буду прощаться. С вами был Джокер. Всем удачной игры, удачной жилы. Пока.